Fresh meat. Так, ну чё? Ой, Флинт! Нет, 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 Флинт, мой зайенька. А я против Флинта пикаю. Окей, так, я пикаю первый. Вау, как это прикольно придумал. Так, есть, все, я наконец на этом. Бесконечные сейчас. Роман, у тебя ММР сколько в аккаунте? 8000 было. 8000 было, 3 игры сыграл, 1 проиграл, 2 выиграл, последние с идеальным счетом. 3 ПТС за 3 игры дали. Точнее, 3%, даже не ПТС, а 3%. А так 8020 было. А что? Ну, да, просто почему тебе капитана дали, типа? А я не знаю. А, потому что я 2 игры, может быть, отыграл, типа, слишком идеально. И, возможно... А, возможно, знаешь почему? Потому что против меня был Флинт, он мой кореш. И понял, типа, мы два друга пикали себе команду. Вот такая темка еще может быть. Это же Дота. Я не знаю, возможно, типа, из-за двух игр, типа, которых я хорошо сыграл. Я без понятия. Короче, что сделали с паджиком? То, что гоним за нерфили, это дефолт. Ничего нового, в принципе. Увеличили там ультимейт, как я понимаю. И сделали хук быстрее. Но при этом понерфили, что типа будет хук слышно за карты. Как раньше было слышно ультимейт пуджа. Не знаю, я просто не в курсе сейчас, слышно ли ультимейт пуджа в невижене или нет. Найс. Nice. Я пассивку получил, фуловым вернусь. Я возьму там баунти, я возьму. Это найс. Это мем, я бы сказал бы. Вот и наша экспа. Нормально, конечно, только тавр забрал, но пойдет. Берем вот этих крепочков и отводим вот сюда вот. Нажимаем третий спелл и фармим их. Опа, чего там? Так, ну у меня, в принципе, все хорошо очень. У меня 4200 нетворса. Гуля там 5 левел. Это отлично. Это отлично. Или что, можем разбить ебалы. Подбираюсь. Это же для тебя. Нормально, нормально. И нормально, я стрелу танковал. Ну в беста прыгни, нахуй. Хорош, парни, красавчики. Чужаки. Ну ладно, нормально, нормально, нормально. Ребята, они нам почти два сломали. Я ТП сделаю. Опс. Не давить будет. Будем драться, не? Надо, надо, надо. Нормально. Можно еще, там нет ультимейта у этого. Стрела пролетела, нет стрелы. Жагер, где ультани в него? О. Живу! Эмир, прилетим и убьем. Эмир, прилетим и убьем, если он дальше пойдет. Да, не пойдет дальше. Хорошо, хорошо. Кайф, кайф, парни. Красота.
Патч в Доте, конечно, вышел многообещающим. В честь этого я решил разыграть две арканы на выбор в этом ролике. Но об условиях я расскажу чуть позже. А сейчас кое-что интересное. Мои друзья с Эпиков, которые подогнали аркан на розыгрыш, выпустили крутое обновление. Такое пропускать нельзя. Заруба тысячелетия. Попивасы против гулей. Битва двух сторон комьюнити Доты в бесплатной мини-игре с тонными призами. Объясняю, играть можно либо за бару, либо за СФА. Что логично. Задача бары добежать до СФА за 3 шага, а задача СФА попасть хотя бы одним кайлом по баре и не дать добежать до себя. Победил, забирай души противника и открывай за них батл-сундуки. Чем выше его уровень, тем круче призы. Одна душа равна одному уровню батл-сундука. С 5 уровня падают, например, даже арканы. А также ты можешь фармить души весь ивент и открывать за них мега-сундуки. Вот, например, содержимое мега-сундука 3 уровня. Да, эти скины халявные для всех, кто набил 85 душ, то есть 85 побед. Но не забываем, это эпики. Они выпустили новый боевой пропуск на своем сайте. И первое, что стоит понимать, эта штука стоит 300 рублей. Но для вас, в честь патча, я выпросил его за бесплатно. По ссылке в описании. БП у эпиков — это список заданий, за выполнение которых ты получаешь плюшки, сундуки и коины. Но помимо всего этого, за каждый 15-й квест вы будете получать сундук, в котором лежат только арканы. То есть за 15-й, 30-й и 45-й квест тебе выпадает сундук, где лежит случайная аркана. А квесты в нем очень простые. Например, первые 5 вообще выполняются за минуту. Но это не все. За проведение всех 60 заданий ты получаешь ДК-хук. Это награда для подпивасов. А плечи на СФА за 10 тысяч рублей, соответственно, это награда для гулей. Итог. За прохождение квестов ты получаешь целых 3 арканы. Арканы и ДК-хук, или плечи за НСФА. И все это гарантированные награды, а ведь есть еще шанс получить что-то сверху. Еще одна классная штука — это топ игроков. Он делится на ежедневные и топ всего ивента. Попасть в него можно абсолютно бесплатно. Давайте разбираться. У всех людей в топе есть очки. Зарабатывать их можно 3 способами. Открывать актуальные сундуки. Чем дороже, тем больше он дает очков. Выполнять квесты ВП. За любой выполненный квест даются очки для топа. Ну и за победы в мини-игре. В ежедневном топе каждый день разыгрывается аркана на СФА. А в топе всего ивента находится шмотка поинтересней. Бэйби Рошан за 50 тысяч рублей. В общем, контента у эпиков завезли не меньше, чем в доте. А сейчас, как я и обещал, конкурс. Разыгрываем 2 арканы на выбор. Условия простые. Лайк и комментарий. Но в комментарии укажите свой ID с Epic Loot. Найти его можно тут. Результаты я проведу во вкладке в сообщество в ближайшее время. Так что следите. А также не забывайте о всех плюшках БП на Epic Loot. И бесплатной мини-игре с подпивасами и гулями. Ссылка на все перечисленное я оставлю внизу. А также промо на 15% балансу и доп. Жизнь для мини-игры. Бейст в боте, полетите кто-то? Я лечу. Я без тупак. Можем Рошана сразу после нее. Ты вроде живешь. Прыгну на Леш. Ой! Боже, какой же ты молодец. Выжил, красавчик. Я самый бомж на карте, да? Да, братан. Да. Да, мы тебя ебали в рот. Пойдем. Меня кое-что со мной делает. Капец, рашпид прикольный, ты такой мемный. Клинку сбейте. Да, кто-нибудь линку. Нечем, да? Нечем. Проебали. Я возьму. Боже, джаггер 13 левела. 23.07. Бейте, я героев пойду убивать там. Только не умри. Да не. На джаге, алло, нас слышишь или нет? Понимаешь, что физдэмэдж только у тебя? Не-не, у меня нормальный физдэмэдж. Нафидел. Ну нормально. Выживешь второй раз? Спаюсь на вышку. Парень, мы убить их можем, они все потратят. Охуеть. Ладно, маму ебал. Убивай ты. Это помимо. Коль, да убей, давай. Вы их вроде успею. Убиваете все. Да, я убиваю. А, нихера, я словил стрелу в БКБ, а потом встанет. Прикольно. Хорошая игра. Я стрелу поймал. Здесь сдох. Одного я убил, но я с геом, если где. Гем. Где гем? Все, найс. Вот этого го? Он птицу вызвал. Манси, дружочек. Не убьют меня. У меня БКБ еще есть.
Они все кнопки нажали. Эмбер, мы тут идем. Тут паренек есть. Да, я понимаю. Сапса можешь, вот тут вот дальше. Нормально. Я прыгну. Нет урора. Хорошо, мид. Ульту у него. Кулдаун у него. Да. Я идиот. Я идиот. Нормально. Я буду жить. Что с героем? Мы не можем с Гули драться. Можем. Усилиться. Он не двигается просто. Я и блок. Пиздец, у него лайфстил вообще кончен. Да, так там у меня дохна хп. Да, он даже меня бил и хилил. Ой, а я не видел, что он вышел. Ладно, сейчас шиву купишь, заебись будет. Угу. Ловишь его? Я с тобой. У меня ремиков не было. Я стрелу словил. Он без рора. И такую еле убил придурка. Да. Там нормальная такая тема. Но у меня 200 урона, 300 урона с руки я буду. О, какой. Не попал. Тут герой прилетел. Я долбой. Найс. Красавчик. Джаггер, мне не нужна помощь, я могу убить героя. У меня есть ТП. Да убей. Как же он жрается? Охренеть, ой, как же он отжирается, это шок. Боже, на Джаггера... Мужик, на Джаггере, а ты это точно твой рейтинг? У тебя сколько ПТС вообще? Я просто страшно вижу, что-то страшное вижу. Не хватает мне Эмбера. А, у тебя 6 тысяч. Ага. Я вас понял. Убьем. У нас сейчас Шива, Скади есть и твоя вонялка, мы Гурлю стереть должны. Нам ХГ ломать сложно. Джага, бери себе сыр. Или я возьму, наверное, лучше. Эмбер задефает, мы можем по боту идти. А, тут придурки. Блин, а надо разменивать? Ну я ебал! Ну там, я не могу ТП сделать, у меня нет ТПшки. Прыгни на тащи. Не, мы вдвоем. Вдвоем, да, просудите. Они все кнопки нажали, го потеремся на боте. Джаггер летит к вам. У меня 14 секунд, я побью тавер. Парни, я пушу. 4 секунды до меня. В крипе Гуля. Гуля в крипе атом. Ко мне можешь, Эмбер, сделать ТП? Ты один на поджане, умри. Делаю. Вера на спине, парни. Мы бежим, но нам долго еще. Все окей. Побить рампу? Да. Вернётесь. Джаггер. Я не блиганулся. Мы подбегаем с яйцом.
Джаггер, ты что, завис? Я же тебя заколил только что, придурок ебучий. Я прыгаю, прыгаю вот сюда. Мне плохо. Уйдите. Ой, плохо, очень плохо. Такое ощущение, как будто мы проиграли уже эту игру. Что, ты сейчас у Янкова? Ты стрелу сорвал. Я сейчас... Мана нет у меня, пизда. Арканы, арканы, Течис! Ты чё? Подойди, да, мне. Ему хуёво. У него маны, 70 маны, 70 маны у него. Найс, найс, найс. Найс, ой, хороший тайминг! 20 тиков, братик, 20 тиков. Вилла еще были. Убеги на Джаггера, нажми крутил. Да, там без. Гем. Вы видите? Немного. На Джаггер лаху. Все окей, все окей. Вижу, есть поставить под ноги. Можем драться. Гуля жру, гуля жру. Нет, нет, нет. Взрывается. Я не понимаю, блять, он бессмертный, этот долбоёб. Да. Он возвращает сейчас будет. У него вообще и кираса. Нам только за хиксели барды нужно открывать. Да, если он бьет. Ладно, я куплю хекси. Можем, можем просто побить. Джаггер заходит, крутилкой бьет и все. И потом, если что, ко мне отступает, я его сожру. Дождаться ты на феник. Иди, бей. Фокнул. Бист, парня. Это Unreal. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, лифт не жмите. Феникс. Ебать. Красавчик. Сейчас без статика. Я ща вернусь, Феникс. Бля, живи, брат. У тебя лотус есть. Успеешь, лотус? Братик, 400 хп. Парень, нам бот сейчас будет ломать. Бот, 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 бот. Я могу бэкнуться. Эмир, только не умри. Понял. Кайф. Ладно, это такая ржака, это не игра. Че, можем убить Гулю, если я на него прыгну? Джаггер, подойди ко мне. Ну нахер ты двигаешься? Боже, придурок тупой. Че доделаете до меня? Не, его блядская ульта на Гуля меня поражает. Все, парни, ничей здесь. Да, да, можем не, можем не идти. Сейчас Рошан встанет, пойдем убьем его. Только он сверху вот тут логает. Бегите, Рошан. Чекнешь. За ними побежите. Я бегу. Я еще хексану, еще хексану, еще хексану, парни, долбим, долбим его. Боже мой, наконец-то. Сука, рефрешер нажал. Пойдем, Рошана, да, конечно. Маму ебал. Их бить, можно? Успеть надо. Еще
еще раз. Хорошо. Прора еще нет. Нормально, БКБ нажал. Бей базу на Джаггере, пожалуйста. Не умирай только. Да, в порядке. Выходим, выходим, выходим. Да, бы топ. Что за хекс? Че, смока нет? А. Убить, убить, убить! Найс. На меня снова эрор нажал. Без рефрешера. Парни, меня тут ебут сверху. Да не ебут тебя. Там Леш улетает. Улетел Леш. Там просто стать могут. Пока показывай еще. Лайт, давай, я стою вот так вот, хукнешь меня, Колесич. Обойди слева, я буду... Меня тут зарутили немного, ага. Стрела прилетела мимо. В эту сторону. Встань тут, еще хукнешь меня. Окей. Убить их? Гули держу. Ага, нихера. Не все байнулись. У меня реф 5 секунд. Ну умри, сука! Хорош, парни. Все, все, парни. Байк, 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 байк. Три бай нажали они. Выйдешь? Хорошо. Три бая, смоки нажали, go back. Да что за... Нормально, ты с бэбэком, все окей. Феникс, реф есть. Угу, Миран тут нету. Я не хочу туда заходить. У меня нет ни рефа, ни бакаба. Ну надо на бэбэкаться. Просто запугать, запугать, не прыгать. О, нормально. Быстро сносится. Заебал, заебал. Стрела, стрела, стрела. Только нам варды нужны. Что было? Ты чё БКБ нажал? Весь птичку кинул. Да мало б меня сейчас статиком накрыли. Алло. Окей. Ну, сложно, на базу надо дефать. Чё, ну не уходим, стоим, стоим. Я задефаю сейчас. Давай. Я пропушу здесь линию в смоках. Поставьте сзади меня. Они там стоят. Нормально, Маля, я сбаем буду, я сбаем, все окей. Лечу к вам. 5 секунд до меня. Гуля в стане. А без бая вдохну, без бая. Найс. Я трон дефу. Давай, давай. Не без баев. А просто надо в трон мать. Конечно. Только они могут тром пойти ломать. Вот, эрор нажал на меня. У меня нет ТПшки, если что. Феникс, иди тэпайся, дефай базу, Феникс. Ты, у тебя нет спелов все равно. Феникс, иди дефай базу, Феникс, Феникс. Они скипают топ еще, Леш. Джаггер, бей трон, вон, придурок вон, вон, ебучий. Вон. Крипы подходят по миду, бьем. Нормально. Ну долбоёб скипает на миду. Я прыгну. Бить всех.
База, база, просто бить вместе базу. Гуля 50. Какая? Okay. Фух! Ладно. О, вот это игра!